Вот я помню, в одной из бесед вы сказали, что у вас с 17 лет товарищи, коллеги называли Сан Саныч. Да, с неполных. С неполных 17 лет. А Виктор Михайлович вас как называл? Саша. А в семье у вас тоже... Дома? Ну да, папа с мамой тоже Саша, да? Никаких не было. В школе никаких не было? Были. Обидные. Обидные? Да. Да? Ну я же был крупным. Задача каждого школьного забияки уязвить и уесть того, кто крупнее, кто больше. А как кого не унижать и пытаться принизить, как не человек, который младше тебя по возрасту, но больше там на голову тебя по росту. Угу. Поэтому вот эта вот история с дискриминацией ростовой, она мне очень хорошо знакома. Потом уже попав в команду, там приходили люди, которые... В том числе и предлагали себя как тренера. Они говорили, слушай, ты же там, штучный экземпляр. Но они говорили по-другому, штучный товар. И завес большого, да? Да нет, потому что я был просто крупным парнем. Потому что я просто чуть дольше формировался. Не потому что вес был большой, а потому что я долго формировался, дольше. Акселерация. Ну, хорошее слово, да. Абсолютно верно. Существует такой термин у психологов компенсация, когда человек вот чтобы... Вот, я считаю, что вы как наверное, ну, никто в мире компенсировались. То есть вы стали настолько великим человеком, что все те, кто вас когда-то, может быть, дразнил, сейчас, я думаю, что горько-горько плачут. Огромное вам спасибо за вашу фотографию, за эту беседу. Спасибо. В случае с Евгением, это, знаете, как когда ты сдаешь преподавателя, даже если ты не очень уверен в своих знаниях, но преподаватель добр к тебе. И иногда в части, точнее, чаще всего в этом случае, в части вопроса задана, если не часть ответа, то хотя бы настроение, которое предполагает этот ответ. Нет, подкупает то, что подготовился, то, что посмотрел. Ведь многие участники вот вашего цеха, фабрики общественного мнения, они настолько... самососредоточены, что никогда не смотрят то, что сделали их коллеги. Вот. И предлагают или предполагают оригинальничать. Здесь я этого не увидел. Ну, если я могу судить, в общем-то, я же на самом деле не далеко не журналист. Но то, что произошло, удобно, наверное, неправильно. Комфортно тоже не то место, это не диван. Все было, на мой взгляд, верно. И вас здравого смысла. Ну, надеюсь, мои длинные ответы не отвлекли нас.